have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Оладушки. Это Call of Duty 2, которая ремастерд. И что-то дошли у меня руки пощупать наконец-то эту игрушку. Пойдемте посмотрим. Заранее хочу сказать, что я играл когда-то во вторую оригинальную игру. Ну, то есть они выходили, была первая, вторая, естественно, все дела, третья. Я в них играл, это было офигеть как давно, даже по моим динозаврим меркам. Это было очень давно. О чем здесь сценарий, я не помню. О чем здесь кампания, я не помню. К тому же это ремастер, я полагаю, что это, возможно, будет еще какое-то переделанное что-то. По крайней мере, мне хочется верить, что подкрутили здесь не только графику, но и добавили какие-то точечки тут и там, что-то, чтобы было интересно играть. Что я знаю про эту игру? Капитан Прайс, потому что все мемы были просто залиты этими Браво Going Dark. Что я еще знаю? Знаменитая миссия в Чернобыле. Там будет Чернобыль, будет колесо, будет Капитан Прайс. Что еще я помню про эту игру? Ничего. Я очень сильно старался избегать каких-то спойлеров, когда говорили про ремастер и всякое такое. Давайте, поехали. Эта игра представляет себе полную переработанную оригинальную версию, выпущенную в 2009 году. Все персонажи и события являются вымышленными. То есть, полностью переработанную версию оригинальной кампании. В каком смысле переработанную? С точки зрения графики или с точки зрения... Вы просто взяли историю и заново написали все. Вот что мне интересно. Ладно. Предупреждение о жестокости. Одно из заданий может задеть чувства некоторых игроков. Нужно ли вам возможность пропустить это задание? Какие, в смысле, чувства игроков? Чувства игроков это задание задеть не может. Это может задеть чувства всяких там людей. Настоящий игрок пойдет и будет в это играть. Ничего мои чувства не заденет. Если вы ответите утвердительно, в дальнейшем подобных вопросов не будет. Возможность пропустить часть задания будет доступна в меню паузы. Да не спрашивай меня больше. Все. Эта игра в том числе сохраняется в определенных точках. Не отключайте питание, когда появляется надпись сохранения. Продолжить, я понял. Спасибо. Я помню, что с этой игрой был скандал про один из уровней. Да, я теперь вот говорил, что это все, что я помню. Теперь я вспомнил, что там будет... С аэропортом, по-моему, этот уровень. Как раз тогда еще в 2009 году был скандал. Я этого, честно говоря, не понимаю. Ладно, поехали. Да, что у тебя за имя такое дурацкое? Соуп. Мыло. Чувака зовут Мыло, все нормально. Ребят, если имя Соуп вам дурацкое, вы явно никогда не читали Терри Пратчета. Николай сейчас в аду. Проводим его? Мы позаботимся о наших друзьях. Уходим. Это что за флешбеки? Это какая-то... Захаев. Какие-то воспоминания Иван из первой Захаев. Части? Про первую часть я тоже нифигища не помню. И еще такой вопрос. Почему они выпускают ремастер второй части? Ну, то есть, была же первая, была третья. Почему ремастер второй части? На их руках. Возможно, сейчас игроки шутанов сейчас на меня такие обидятся, мол, чувак, это же культовая часть, извините, я просто не в курсе. Шутаны я обычно играю один раз. Они оставляют хорошее или плохое впечатление, потом я просто к ним не возвращаюсь. Я не переигрываю шутаны по нескольку раз и всякое такое. Ну, кстати, Капитан Прайс. Причем вы, ребятки, должны понимать, наверное, что в моем понимании шутаны это вот Battlefield, Call of Duty, Medal of Honor и всякое такое. Это шутаны. Тот же Doom. Это немножечко выбивается. Да, это шутан, но это немножечко другой сорт игры, поэтому уж извините. Есть каста шутанов, а есть каста другой что-то сорт меняется, игры. Что-то остается прежним.
Согласен. Границы меняются, приходят новые игроки, но власть всегда находит себе место. Власть, мы дрались власть, да? Бок о бок с русскими. Они ненавидят нас за это. Историю пишут победители. Лично я думаю, что мы победили. Че это за фантомасы? Одного врага, ему на смену приходит еще более опасный. Имран Захаев, герой. Новые страны, новые цели, новая идеология. Вчерашние враги, нынешние новобранцы. Учите их сражаться. Слабо, и если молитесь, чтобы представляю, они чтобы памятник Имрану Захаеву на Красной площади ставили, ну то есть... Джозеф Ален. Или Джозеф Ален. День-другой, беда все та же. Вы знаете, чего я ищу, сержант Фоули? Будьте начеку. На полигоне тренируется новый отряд. Пошлю к вам самого лучшего. По-моему, переводчики работали чисто за еду. Им не платили денег. Вот локализаторы работали чисто вот... Им там накинули печенек собачьих, они такие... У-у-у. Ну просто такой перевод, это отвратительно. Так, хорошо. Что вы мне скажете? Дайте. Бойца открыт. Сейчас рядовой Ален быстренько покажет, что вам нужно делать. Не забит. Больше половины из вас стреляет от бедра, как попало, поливая все пулями. Американу стиль. Не попадаете и выглядите как придурки. Рядовой Ален, покажите, что я имею в виду. Возьмите оружие и стреляйте по мишеням позади вас. Развернитесь и стреляйте по мишеням. А что ты ложишься-то сразу? А если я сесть хочу? Вот. Пока не используйте прицел. Я пытаюсь донести до них мысль. Стреляйте от бедра. Ай, блин, ты сказал, вы дебилы, стреляйте от бедра. Не используй прицел, стреляй от бедра. Поняли, что я имел в виду? Я все равно попал во все, что ты имел в виду? Вы должны принять устойчивое положение и поразить цели, используя прицел. Рядовой Ален, покажите нашим друзьям, как стреляют рейнджеры. Сперва присядьте, а потом прицельтесь по мишени. Все очень просто. Хочешь поразить мишень? Целься через прицел. Можно я... Третье малой прочности. Вполне можно пробить из некоторых видов оружия. Рядовой покажет вам. Так, ребят, а я можно как-то... Блин, я не хочу участвовать в обучении. Последнее по счету, но не по значению. Осколочные гранаты. Рядовой Ален, возьмите несколько осколочных гранат. Бросьте гранату так, чтобы поразить сразу... Тогда я возьму гранаты, блин. Так, G или... До свидания. Хорошо. Гранаты могут скатиться по наклонной плоскости. Понятно. Важно подумайте, прежде чем кидать гранату вверх по склону. Что ж, спасибо, рядовой Ален. Идите. До свидания, рядовой. Генерал Шепард черный проверит вас в деле. Так, ну выпусти меня, блин. Вот эти вот, честно говоря, вот эти обучающие миссии во всех играх я просто ненавижу. Эй, не отставай! И такой еле идет, и такой ждешь этого придурка. На, пройди! И стоит такой на проходе. Блин, вот это я, честно говоря, просто бесит. Причем я вполне предполагаю, что вот это вот они... Знаете, там, где можно было улучшить, вот это можно было переработать и улучшить, чтобы весь этот трейни проходил... Да, список заданий. Чтобы все это проходило гладко и хорошо. Не, вот тут мы давайте оставим все как говно, чтобы оно тебя бесило. Генерал Шепард хочет взять одного из наших... Серьезно? Рядовой, возвращаем на полигон. Рядовой Шепард хочет... Генерал Шепард хочет взять одного из наших для спецоперации. Он лично приехал с проверкой. Окей. Ребят, итак, знаете что? У тебя уже есть. Теперь выбери винтовку. Давайте я пропущу, потому что у меня нервов не хватит. Вернемся, когда игра начнется. После того, как меня еще парочку раз сбесил вот этот имбецил, который здесь на тренинге, я один раз даже его еще раз пристрелил. Хорошо. На боевые пройдут проверку уровень сложности. Пойдем на... даже не знаю. Идемте, наверное, суровая проверка ваших боевых качеств. Ну, я вот сейчас выбираю между рядовым и закаленным. Черт его.
Знаете, будет вся фишка в том, что всю игру я буду играть нормально, и будет где-то 2 или 3 момента в игре, которые, ну, обычно такое бывает, в которых происходит какой-то затык, и ты такой начинаешь жалеть, блин, а почему я не взял уровень пониже? То есть у меня такое, например, со второй мафией когда-то было, когда я всю игру играл на сложном, а бойня с Дереком на сложном у меня происходило так, что я уже не знал, куда деваться. Кстати, мафия есть у нас на канале, ребятки, заходите, смотрите, там прикольно. Ну фиг с ним, давайте я рядового возьму. А переделать уровень сложности потом можно или нет? Сохранение, настройки. Другое. Версия. Зачем там не версия? Управление, звук, графика. Поезжаем. Там выбежали, блин, мне все навстречу. Давайте, валите отсюда. Все по местам. Куда? Под каким местам? Ну, блин. Все, поехали. Черт с вами. Я просто не знаю, я не хочу сейчас бравурить и брать такой уровень там сложности, мол, я тут всех порву. Я не знаю, я не помню ничего про эту игру. К тому же... Мы самая мощная армия в истории человечества. Заткнись. Каждая битва — наша битва. Угу. Происходящее здесь может иметь далеко идущие последствия, и мы не будем в стороне. Пафос в этой игре можно черпать просто ложкой. Там, по-моему, сценарий писался лично из соплей Майкла Бэя. Мы не можем дать вам свободу, но мы можем научить вас, как обрести ее. А это, друзья мои, стоит дороже целой военной базы. Конечно, это важно, у кого самая большая дубина, но не менее важно, кто ее размахивает. Пришло время героев. Время легенд. Историю пишут победители. За работу. Знаете, ребятки, учитывая то, как сейчас Америка справляется с ситуацией с ковидом, и слушать про то, что они самые крутые перцы, ну, немножечко не сочетается. Ладно, пофиг. Чёрт. Подъем! Рейнджеры, ведите! Так, понял вас. Чего от меня хотите? Куда мне? Защитите мускулклатчик. Я вас понял. Как я тебе его должен использовать? Плохо. Хантер 2-1, это Дьявол 1-1, звено F-15. Расчетное время 1.5 минуты. Курс на Сьерра-3 к северо-западу. На борту 2 Джейдам и 2 Харм. Прием. На мосту на 10 часов. Несколько противников уничтожили. Ждем. Дьявол 1-1, цель белая, 12-этажка. Координаты 2-5. Вы меня пропустить не хотите, блин? Что я должен был, по-вашему, делать? Хантер 2, выдавляй отряды гранатометчиков. Если взорвут мозг уплачек, полезешь в воду сам. Ну так меня туда не пускают, дебилы. Варлорд, Варлорд, это Хантер 2-1. Нужна поддержка с воздуха. Координаты 252171. Цель белая 12-этажка, занятая противником. Отбой. Стрелять неприятеля за рекой. Хантер 2-1, это Варлорд, вас понял. Недалеко от вас Дьявол 1-1, длиной 15, ждите связи. Хантер 2-1, это Дьявол 1-1, длиной 15, расчетное время 1.5 минуты. Курс на Сьерра-3 к северо-западу, на борту 2 Джейдам и 2 Харм, прием. Мосту на 10 часов! Несколько противников уничтожить! На той стороне моста! Отступаем! Продолжать огонь! Дьявол 1-1! Координаты 252171. Все, мостоукладчик поставили. Хантер 2-1, начинаем.
Откройте мне мост, дебилы! Свалите с дороги! Неужели, блин? Мы выходим! Вперед! Да... Свалите нафиг. По машинам! А, по машинам? Ну хорошо. Бесит на самом деле. 10 секунд! Какое здание, сэр? Высокое на час. Эй, парень, какое здание? Час, вот это. Эй, Дейв, какое именно? Правое или левое? Левое. Эй, а мы не слишком близко подобрались? Когда это Шепарда волновал? Ты дышь. Отлично, мы движемся. Эй, эй, здание рушится. За это заплатят бешеные деньги. Вредно, парни. Хантер 2 пытается прорваться. Вас понял, Хантер 2. Хантер 2, осторожнее с гражданскими. Следите за крышами. Там могут быть противники. Видишь что-нибудь? Ничего, тут чисто. Вы же понимаете, насколько глупо сейчас так делать, да? Оверлорд, это Хантер 2-1. Проходим тоннель Харви через Элизабет-стрит. Вас понял, Хантер 2-1. Идите осторожнее. Спокойно, ребят. Это дикий запад. Аллен, куда нет, ты это Мерседесы. Там никого нет. Прекратить огонь. Я еще по тебе сейчас постреляю. Блин! Да как вы задолбали с этим, не стреляйте в своих! Бесит. Хантер 2 пытается прорваться. Ну потому что что они звездят всякую фигню? Я хочу пострелять по машинам. Я пришел в шутан поиграть. Че вы мне тут со своими правилами-то навязываетесь? Следите за крышами. Там могут быть противники. Это бесит на самом деле. Похожая штука была в Call of Juarez, когда... Да, да, ты пришел поиграть в шутан, но не смей делать ничего от того, что мы тебе не разрешаем и всякое такое. Идите нафиг. Проходим тоннель Харви через Элизабет-стрит. Вас понял, Хантер 2-1. Идите. Видишь вот этот Мерседес? Спокойно, ребята, это дикий запад. Вас понял. Следите за переулками. Прикрываем. Ты еще медленнее едь, чтобы тебе гранату прям туда закинули, чувак. Офигеть, как вы достали с этим. Куда ты стреляешь? Давай переиграем задание. Не стреляй туда, давай переиграем задание. Мы опять возле трех дебилушек. Только что по ними с этой стороны стреляли. Что ж это может быть? Наверное, они мирные, да? Это разведчики. Аллен, прекратить огонь! Прекратить огонь! Еще раз гавкнешь, значит прекратить огонь. Я тебе потом реально подстрелю. Видите? Это сержант Поули. Приготовиться к бою. Приготовиться к бою. Снайперский огонь из нескольких позиций. Задайте им жару. Она тут будет целить со всех сторон. Да толерантничались, блин. Угу. Молодцы. Никто же не ожидал, что такое может случиться, да? И никто попасть не может. Лошары! Все целы? Да. Они наверху. Отойти от чертовых окон и закрепиться на верхнем этаже. Живо! 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 Какая? Не хочу брать. Свет.
меня убил? Ладно, ладно. Понимаете, короче, в чем фишка? Ладно. Да, да, хорошо. Я поэтому не хотел ставить высокий уровень сложности. Даже не потому, что будет сложно, а потому, что будут какие-то затупы чисто от игры, которые не будут позволять пройти дальше. Все целы? Да. Они наверху. Отойди от чертовых окон и закрепиться на верхнем этаже. Живо! До свидания. Примени цветы шумовые. До свидания. До свидания. Ну ты и ботяра. Открой меня. Выполняю. Хантер 2-1, Хантеру 2-3. Вижу школу. Ее. 2-1, мы не боеспособны. Мы по шквальным обстрелам со стороны школы. Против помощи. Держитесь, 2-3. Идем на помощь. 2-1. До свидания. Осторожно! Несколько укрылись в кабинете справа. Как в лучших боевиках, они просто выбегают. Мы в школе. Столкнулись с сильным сопротивлением. Мы в школе, пора чему-то научиться. До свидания. Вперед! Нужно отвлечь противника от Хантера 2-3. Так, сейчас и поступим. То есть вы глухие нафиг? Выстрелов на лестнице никто не слышал? Кто? Да ёпарысоте, ты кто такой? Тебя там не было сейчас. А, ты там сидел. До свидания. Граната взрывается 3 года. Да. Чпуньк. Кажется, один забежал в тот кабинет. Хантер 2-1, Оверлорду. Хантер 2-1, это Оверлорд. Доложите обстановку. Школа под контролем. Противник отступает. Нормально. Завершаем зачистку. Принято, Хантер 2-1. Нормально. Следуйте в точку сбора осторожно. Могут быть мины. Отбой. Вас понял, Оверлорд. Спасибо, что сказали. Отбой. Компьютер Леон, такой беспалевный стоит. Следи за противником. Выдвигаемся в точку сбора. Черт, я могу отменить? Блин. Да-да-да, медленнее. Контакт у тебя на час. Я понял. Как ты через ящик стреляешь? Не подскажешь, дружище? А чертово прикрытие, нет? Откуда урон отсюда сейчас проходил? Я так полагаю, что тут наши ребята. Отсюда вот, отсюда в меня стреляли. Откуда здесь урон проходил? А, бесит. Да заткнись! Тебя за ногу.
отлично справились с задачей. Отлично, всех раздолбали, вы отлично справились с задачей. Мое начало. Инструктор в вертолете. Идем. Батальон на марше. Ой, блин, я сейчас начинаю вспоминать все эти вот... Не, в принципе, в этой игре тоже, пожалуй, бесили. И сейчас я думаю, блин, вы же избавились от всяких косяков? Не, нафиг. Мы просто чуть-чуть перерисуем и сделаем все точно так же. Как я выгляжу? Как настоящий плохой парень. Для твоего задания идеально. Макаров будет наградой. Макаров не добыча. Скорее бешеный пес, убивающий направо и налево. Макаров — это пистолет. Помни легенду. Это залог твоего выживания. Это отряд 141. Добро пожаловать в ряды лучших бойцов планеты. Благодарю, сэр. Когда я вижу остальных? Они на задании. Цель — модуль автоматической системы контроля в тылу врага. По колено в воде? Я бы сказал, на жестоком холоде. По колено в кое в чем другом. Хорошо, хорошо. Пока что эти ребята выглядят как полнейшие дебилы. Перекур окончен. Пошли. Идут в открытую, теряют юниты, теряют бойцов, теряют технику. Если кто-то мне тут скажет, что я должен кому-то из них почему-то сочувствовать, я не вижу причины. Вот смотри. Шалтай-болтай тоже свалился. А, да, кстати. Как мы могли забыть про такие хорошие вещи, как нескиповаемые анимации и диалоги? То есть каждый раз все это смотреть заново? Просто гениально. Иди, пожалуйста! Нафига вы там сидели, перекуривали, если тебе сейчас сыкотно идти дальше? Оставайся здесь, следи за мной и жди сигнала. Порядок, лед крепкий. За мной. Как? Вот тогда я жал вперед, я упал. Сейчас нельзя жать в бок, сейчас можно только жать вперед. Спасибо, игра. Особенно за то, что... Всегда говоришь мне, как правильно поступить, ага. Вот эту механику я, кстати, помню. Двумя кнопками мыши ледорубом забираться. Очень муторно. Ну, типа... Погружение в игру, все дела. Осторожнее, не свались на меня копытами своими. Удачи, приятель. Ха! Встреча на той стороне. Я Лара Крофт. Держись, не отпускай. Такой же каличный и беспомощный, как Лара Крофт. Вы понимаете, я висел на ледорубе, пока он не приехал и не срубил. Не откинул мой ледоруб. Да блин! Какой же ты дебил, чувак. Давайте не сначала. Давайте, пожалуйста, не сначала. А! Держись, отпускай! Опять эту душещипательную сцену смотреть. Спасибо, спасибо, ребят, спасибо. Ценю как никогда.
Отпускать кнопку мыши ни в коем случае нельзя ни на секунду. Свалишься нафиг. Ой, блин. Ладно, ладно. Похоже, у меня такое ощущение, что я буду еще долго плеваться на то, что здесь происходит. Роуч, проверь датчик сердцебиения. Три. Сейчас ты должен меня видеть. Я синяя точка. Все неизвестные объекты будут показаны белыми точками. Я тебя не вижу, дружище. Блин, да я не то хотел... А-а-а! Не беси меня, я не то хотел сделать! Роуч, проверь датчик сердцебиения. Сейчас ты должен меня видеть. Я тебя не вижу! А, вот это ты? Все, я понял. Я думал, посередине это я. Все, пойдем, не морочь мне голову. Я его не привлекал. Смотри. Чпунь. Чпунь. Все. Откуда они узнали, что я здесь? Лучше не привлекать внимание. Пасть, заткни насчет не привлекать внимание. На нас бегут два чувака с автоматами и стреляют в нас. Не стреляй в них. Лучше не привлекать внимание. Молодец. Почему я на приседе хожу быстрее, чем ты? Я могу вокруг тебя кругами бегать. Ну скорее давай, NPC-ха, зараза, ну. Почему игроку дают возможность передвигаться... Нет, даже не так. Не почему игроку дают возможность передвигаться быстрее, чем NPC. Почему NPC всегда такие медленные и тупые? Ну, по крайней мере, в большинстве игр. Бывают, когда, например, тот же самый... А, ты еще и сел, остановился, ага. Разделимся. Я возьму тепловизор и буду наблюдать за обстановкой с холма. А ты пойди убей всех. Иди на базу под прикрытием Бурана. В такой метели охрана тебя не увидит, пока ты не подойдешь вплотную. Я пойду и буду наблюдать, а ты иди на базу, блин, разделимся. Ай, дебилоид. Неплохо. Бутерброд, чувак, верни, тебе говорят. Ты взял бутерброд со склада. Какой нафиг майор Петров? Вы... О чем? Я бы сюда еще залез, кстати, наверное. Зараза, как ты себе ноги-то ломаешь? Что это за... А, я промолчу просто. Он мой. Лейтенант Павлов, пройдите в первый ангар. Лейтенант Павлов, пройдите в первый ангар. Прячься, охранник тебя засек. Отличный выстрел. Не засек. Не тринди. Ребят! Тушенка, говорят, у вас тут этот шоколад офицерский, какой-нибудь жрачка, давайте, а то в американской армии не кормят совсем. Машина. Где машина? Какая машина? А, вон, вижу.
заправка к северо-востоку от ВПП. Минус. Очень умно, кстати, держать обогреватель включенным тут, тут и при этом открытый... Ой, это этот Вектор. Виктор. Дверь-то закрывать надо, когда обогреваешь. Твой так твой, подавись. Интересно, они же понимают, насколько все это глупо звучит и выглядит? Заправочную станцию. Она к северо-востоку от полосы. А я, по-твоему, что, тут конфетки собираю? Ой, это Миги 29-е. Машина возвращается. Спокойно. Какое-то движение на полосе. Тут группа бойцов. 20 с лишним. Похоже, идут к тебе. Вот я... заправочная станция. Я не вижу. Он, по-моему, сам с собой разговаривает. Куда? Я тут еще кое-что перехватил насчет спутника. Так, подожди. Ага. Похоже, спутник в дальнем ангаре. Беги туда. Быстро. Насчет быстро или медленно мы еще посмотрим. Как ты меня видишь, дебилоид? Я тебя не вижу. Тут где-то еще есть. Вижу крупные засветки возле вышки. Похоже на БМП. Несусь туда. Какой вышки? Какие засветы? Руч, я за ангарами, к юго-западу от полосы. Так, тут забор, мне явно не сюда. Здорово. Рад, что ты погулял по горам. Пошли. Посторонним вход В, как говорил Пятачок. Один человек это все охранял. Один. Один, Карл! Никого здесь нет, смотрите. Один, блин, грёбаный человек тут все охранял. Что? Роуч, меня заметили. Не дергайся и не стреляй. Да какого же фига? Ладно, я подожду 5 секунд. Если его через 5 секунд убьют, блин, ну это будет вообще звездец. Роуч, меня заметили. Не дергайся и не стреляй. Говорит майор Петров. Выходить с поднятыми руками. У вас 5 секунд, чтобы сдаться. Роуч, переходи к плану Б. Какой план Б? Нафиг.
А перестрелять их сначала не хочешь? Я тебя, я думал, ты меня прикрываешь. Противник на час. Почему это звучит как муж на час или еще хуже, знаете? У вас противник на час, продлевать будете? Противник на час. Ну это как в фильмах про какой-нибудь там Рэмбо или что-то такое. Тут у нас эти просто статисты. Еще один противник на час, блин. Роуч, давай на снегоход. Давай, давай. Давай на одном снегоходе, блин, ты будешь ехать, я буду стрелять. Да хоть спереди, блин. Нет, 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 нет. Едь, пожалуйста. Фишка в том, что, по-моему, американским солдатам достаточно просто кидаться пулями, а не стрелять. Это аттракцион просто. Целиться я не могу, я могу просто вперед стрелять. Оп, это ко мне прилетело. Блин. Такая рука. Давайте не сначала, пожалуйста, блин. Сделайте какой-то чекпоинт человеческий. Да, хорошо. Ждите. У вас мало топлива, ждите. Да ну чертовы камни, блин, как я его должен был заметить оттуда? Ну, на самом деле это довольно нечестно. Мы же все-таки играем в игру, раз уж на то пошло. Ты твою через это, через плетень. Я в них стрелял, между прочим. Или это мой едет? Я не пойму, что это за придурок. Ладно, я не буду в него врезаться. Борис Ельцин? Давайте я не буду быстрее. Вот это место, все. Эпичная музыка закончилась, ее не хватило. Как я должен был... Я не должен был тормозить, что ли? Как я должен был там... А, просто... Спасибо за тупую игру. Мне скорости не хватило? А, я должен был уложиться в музыку. Право 6, мы вас видим. Давайте на борт, горючки мало. Так, буду один. Взлетаем.
Ой, блин. Тут настолько, конечно, раздражает играть, но с этим можно поржать хотя бы, потому что это происходит так тупо. Группа 141 захватила систему автоматического контроля. До сих пор. Два бойца вынесли целую базу. Твоя задача будет еще сложнее. Вчера ты был солдатом на передовой, но сегодня фронта больше нет. Два бойца вынесли целую базу. Два бойца вынесли мозг, блин. Будут и жертвы. Этот Макаров ведет собственную войну вне всяких правил. Он не побрезгует ни пытками, ни торговлей людьми, ни геноцидом. У него нет идеалов, нет чести. Каким же Макаром он это сделает, а? За деньги. Тебе это твой друг. Тебе лучше не знать, во что обошлось твое внедрение. От тебя это потребует больших жертв. В сравнении с целью, эта цена невысока. Какая цель? Объясните мне цель. Это какие-то вот высокопарные фразы, какое-то еще что-то. Ни слова по-русски. Это, по-моему, кстати, та самая международный Знали аэропорт Бог. Захаева. Угу. По-моему, та самая скандальная миссия, про которую Помните говорили. Слово по-русски. Сказал человек не по-русски. Хорошо. Давайте тогда, ребят, на этом мы сегодня закончим. Этого экшоня нам пока что хватит. Да, я думаю, что я допройду эту игру. Я вообще изначально сегодня начинал записывать, и у меня была такая мысль, это будет такое воспоминание, или это мы все-таки будем проходить. Давайте пройдем. Если я буду бомбить уже, извините, за тупов тут реально пока что хватает, но хватает и веселых моментов. Спасибо, что были с нами, ребятушки. Увидимся тогда в следующих сериях. Всем удачи, добра, бобра. Всем оладушек, всем покеда.